А вот в Слободе Трушинцы, что в Нововятском районе, сейчас неспокойно. Местные жители устали бороться за свои права. Платят за услугу, которой не получают. Мусор людям приходится сжигать или носить в контейнер, который находится в 1,5 километрах от их домов. При этом счета за вывоз твердых коммунальных отходов жители Слободы получают регулярно. Есть в Трушинцах и еще одна наболевшая проблема. Дмитрий Житарчук продолжит. Чиновникам территориального управления по Нововятскому району, можно сказать, повезло. Посещать их часто с претензиями, которых немало. Жители Слободы Трушинцы просто не могут. Попробуй выберись из Слободы по такой дороге. Это еще ничего, говорят местные, подсохло. А пройдет дождь, все, увязнет в глине и машина с полным приводом. Плохая дорога – следствие многих проблем. Одной из них – утилизация мусора. Контейнерной площадки в Слободе нет, мусоровоз не доедет. Но при этом за услугу люди платят исправно. Возмущению жителей Слободы нет предела. Нет, им, конечно, предложили пользоваться контейнером в соседней Слободе, но до него 1,5 километра. И опять же вспомним про дорогу. При этом в Трушинцах много пожилых. Как-то раз люди выбрались все-таки со своего так называемого острова, сходили с жалобой к чиновникам в теруправление по Нововятскому району. Кое-как мы до заместителя дозвонили. Я ему что говорю, ну не положено так. А он мне одно что, ты мусор производишь? Вы мусор производите? Я ему слово, он мне снова, мусор производите. Я говорю, да, у нас дороги нет туда носить. Мы вас закрепили, все, платили и будете платить. Ну такое отношение как-то. Позвоню этому Вараксину, пошлю этого своего зама. Тот вышел, я ему бумаги из купчета отдал. Он почитал его, говорит, платили. И будете платить. Вот так же вот они один ответ. И все, завернулся и ушел. Люди обращались в компанию «Куприт». Прежний руководитель, говорят, даже распорядился сделать им перерасчет, согласился, что услуга по факту не оказывается. Сейчас в кресле директора компании другой человек. Квитанции с немаленькими суммами за мусор приходят исправно. Нарушения закона в этом прокуратура не нашла, но власти получили предписание обеспечить жителей Слободы контейнером. Написали в прокуратуру, прокуратура администрации, администрация с прокуратурой дадут ответ. Потом, значит, сходили в «Куприт». «Куприт», мы, говорит, не имеем права. Потом, после «Куприта» уже написали в областную, а областная снова в местную. И вот так вот отписки. Из очередной такой отписки люди узнали, что, возможно, если позволит погода, этим летом дорогу все-таки приведут в нормативное состояние, но не раньше сентября. А до этого момента им придется по-прежнему платить за несуществующий вывоз мусора. С чем жители Слободы и Трушинцы категорически не согласны и уже готовят обращение президенту Путину.